Делегация из Стаффордшира продолжает гостить в Иванове. В четверг иностранцы посетили клуб Маргариты Разиной «Деловая женщина». Взаимовыгодное сотрудничество между графством и Ивановым зарождалось еще в начале 2000-х. Тогда представительницы клуба ездили в Англию, знакомились со швейным производством, рассказывали о своих наработках. В 2003 году женская делегация из Стаффордшира приезжала к нам на текстильный салон. Однако сработаться так и не получилось. Тем не менее, Маргарита Разина не оставляет попыток презентовать ивановскую моду и местный текстиль в Англии. Как мы видим деловые контакты, посмотрим, что они предложат. Потому что мы-то ведь конкретно предлагали уже. Мы ездили с предложениями, с договором, что бы мы хотели. Вот. Мы бы хотели, чтобы продукции наших модельеров и показать в графстве, вот, и в какой-то степени получили, чтобы они поддержку, чтобы, может быть, были закупки какие-то. То есть вот такие конкретные деловые контакты.